Такие, как они, сражаются за то, чтобы мы спокойно спали. Живой? Надо выбираться отсюда. Одно скажу точно. Прежним ты уже не будешь. Полиция! Всем лежать! Лежать! Все морды в пол! Убийство полицейского – это пожизненное. Нам нужен поставщик. Помните схрон, про который я вам говорил? Нужна твоя помощь. Им выплатят миллион. Ты вообще себя слышишь? У меня не получится, бро. Постарайся! Я из-за вас матч пропустил. Что у тебя? Два парня в масках выломали дверь. Точно знали, где лежат деньги. Никого не убили. И ты думаешь, они копы? У меня и так кошмары. А вдруг кто-то узнает? Томми когда-нибудь брал взятки? Никогда. Мертвый коп, напарник, герой и вдова. Дело можно закрывать. Я знаю, что я на верном пути. Да у тебя одни догадки. Еще слово, и ты вылетишь из отдела внутренней безопасности. Наша работа — защищать общество, охранять закон. Иногда небольшое зло может послужить во благо.